Если вам нравятся предметы ручной работы, мыло, сладости или любые другие декоративные изделия, добро пожаловать на благотворительную ярмарку. Она состоится в это воскресенье в воскресной школе Свято-Троицкого собора. Старт в 10:30 утра. Средства, которые будут собраны в результате ярмарки, поступят на развитие воскресной школы, которая действует при нашем соборе. Вот на эти деньги ребята смогут съездить в паломническую поездку, например. На прошлой неделе «Автодор» выиграл у эстонского «Калева». На этой саратовцев ждет соперник посерьезнее. К нам в город едет казанский «Уникс». Это один из грандов европейского баскетбола. И это действующий вице-чемпион турнира и участник Евролиги этого года. Конечно, матч будет очень тяжелым. Тот факт, что за «Уникс» на правах аренды выступает центровой «Автодор», воспитанник «Автодор» Артем Клименко, ну, какую-то дополнительную интригу придает. Вот из таких глыб весом 20 килограмм в Саратове на Театральной площади возводят ледяной городок. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни не потеплеет, поэтому ледяные сооружения наверняка достоят до Нового года. Ну, а в выходные можете уже приходить фотографироваться. Если вы мечтаете приблизить Новый год, тогда задумайтесь о покупке елки. Тем более, что в эти выходные на рынке «Юбилейный» и «Лесную красавицу» можно купить по социальным ценам 100 и 150 рублей. Хороших выходных!